Всем привет! С вами канал Кухня Дома. Сегодня мы с вами приготовим ячневую молочную кашу в мультиварке. Очень вкусная. Рецепт очень простой и готовится очень быстро. Нам понадобится молоко, ячневая крупа, сливочное масло, сахар, у меня 2 столовые ложки, щепотка соли. Чашу мультиварки заливаем молоко, высыпаем крупу, добавляем сахар, соль, сливочное масло. Все перемешать. Закрываем крышку и ставим на режим молочная каша на 25 минут. Наша каша готова. В готовую кашу я добавляю еще немного сливочного масла. Очень удобно молочные каши готовить в мультиварке. Каша никогда не подгорит и молоко никогда не выкипит. На сегодня все. Благодарю всех за просмотр. Всем приятного аппетита и до новых встреч!